Я... Кто это? Это что за Каспер? Блин, привидение дружелюбное. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и настало время вернуться в игру Кальмаров и Монгас. В общем-то, на iPhone, Android, на мобильные платформы. Я когда-то играл в эту игру, прикольная достаточно. Мы не все посмотрели игры Кальмара, тут есть еще, поэтому сейчас, собственно, будем этим заниматься. Ставьте лайк, пожалуйста, пишите комментарии, подписывайтесь, жмите колокольчик, если вам это интересно. Давайте начнем с самого интересного. Я вот хочу глянуть батл, битва. Давайте ее разблокируем. Битва разблокирована, и сейчас будем смотреть, как мы будем сражаться и пытаться выживать. Тап, чтобы играть. Так, вот я, значит, номер 454. Игрокальмар, игрокальмарный такой игрок. И, в общем-то, я сейчас приступаю. Что, как мне это делать? Я понял, здесь надо управление выставлять. Поехали, вроде настроил. Так, вот, значит, мы бегаем. Вот так вот бегаем. Тут куча чувачков бегают. Надо подбегать и делать вот, вот так. Нифига. Что-то не очень. Оно как-то не так, не так-то и просто, слушайте. Да я, уйди от меня! Уйди от меня, говорю! Все, я не хочу я с тобой в кальмара играть. Ой, ой, господи, что происходит? А, есть, отлично, так. Одного мочканули. Ха, до свидания, второго мочканули, как прекрасно. Так, вот курсор, курсор на месте, курсор на месте. Все, ой, слушайте, да я вообще пошел просто. Я просто пошел в разнос, что называется. Я сейчас разошелся по полной. Все, ребята, вам всем кобздец. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Ух ты, падла. Супероружие какое-то. Нифига. Нифига себе тут Макс и Пейны, короче. Нифига себе тут Хитман и Агент 47 бегают. Вы видали, какие кувырки и повороты крутые? Так, хорошо, подождите. Осталось еще немного живых. Трое. Еще трое живых. Я один из них. То есть двое, по сути. Надо двоих найти каких-то чуваков. Вон мне на одного стрелочка и на другого. Да, стрелочки мне указывают. Ясно. Все, сейчас. Сейчас разберемся. Иди-ка сюда, родной. Любимый мой родной, дорогой. Ой, молодец. Все, отлично. Забираем его почки, судя по всему. И смотрите, я остался... Так, подожди, вон, я вижу этого чувака, но надо монеты же взять. Вот. Надо же денежки собрать. Вот такая вот, слушайте, битва. Не, ну это интересно, это интересно. Это еще интереснее было бы с живыми людьми. Вот как вот с живыми сыграть, мне интересно. Так, иди сюда, слышь ты, черт. Да ёкарный бабай. А я, кстати, здоровый, нифига. А че такой большой по размеру? Смотрите, 6 секунд оставалось, и я всех победил, круто. Так, и я вот могу получить вознаграждение двойное за рекламу, но нет, спасибо, я не буду. Вот такая вот у нас была битва, да? В общем-то, битва, смотрите, стеклянный мост. Давайте мы посмотрим, какие игры кальмара у нас были. В прошлой серии у нас было вот красный свет, зеленый свет, перетягивание каната, битва, стеклянный мост. Дальше, конфеты догона, это мы тоже делали. Но вот, что тут есть, я это уже разблокировал. Rope Rescue. Вот это я не знаю, что такое. Я такого в игре кальмара не помню. Давайте мы посмотрим. Спасение по веревкам какое-то. Это к сериалу вроде как отношения особо не имеет, но любопытно было бы понять. Так, то есть я должен протянуть вот так вот, да? И нажать, да? Отлично. И так я должен сделать много раз, да? Так, а в чем сложность? Сложности-то я не вижу особо. Чувак стоит и вообще на все насрать. Вот, все, каждый перешел, все живы, все красавцы, все выжили. Но это только уровень один, понимаете, да? Бинго! Но там же дальше еще больше уровней, да? О! А, вот видите, а здесь уже сложнее. Здесь надо, короче, как-то... Как-то так протянуть этот сраный канат, чтобы... Типа... А, вокруг еще можно замотать вот этого всего и... И вот здесь, ну-ка, давайте, такой вот извращенный метод, короче. Так... Хоп-хоп-хоп, и этого чувака еще взяли с собой, да, всем немного отпилило яйца, но это не беда, мы все равно все радуемся, мы все равно все в восторге. Так, вот так, вот такие вот, короче, еще тут есть. Ну это как отдельная игра прям получается, да, по большому-то счету. Давай вот так обмотали, обмотали вот сюда и вот сюда, например. Не знаю, почему бы, собственно, и нет, попробуем так. Зато никого не перепилит, ничего такого. Пусть монетки соберем не все, но какая нахрен разница? Бинго, бинго! А сколько всего уровней здесь, мне интересно? Так. Получи прямо сейчас новый скин. Да нафиг он мне сдался, в принципе, чувачок. Мне без него все хорошо вполне. Ну, слушайте, я, в общем, это все уже понял. Да, я понял концепцию этого конкретного уровня. Это просто такая, как мини-игра. Но она к игре в кальмара никакого отношения практически не имеет. Я бы, наверное, все-таки вышел бы вот сюда вот и попробовал бы открыть что-то, что реально имеет отношение к игре в кальмара. Например, Marbles. Это камешки. Я помню, это было в эпизоде. Надо было кидаться камешками в другие камешки. Ну, если точнее, таким образом свои разногласия решили только два
из персонажей. Это самый противный такой, здоровый, жирный мудень там был, ну и еще какой-то там чувак. Вот, они пытались камешки кидать там друг в друга, что-то типа того. И, в общем-то, давайте tap to play. Значит, первым кидает камушек он. А моя задача заключается в чем? Попасть в его камушек? Я просто уже не помню. Наверное, чтобы... Ясно. Ну-ка, сейчас, давай-ка вот. Давай вот так. Хоба! Наверное, моя задача, чтобы мой камушек был дальше, верно? Так, вот, смотрите, видите, мой камешек чуть дальше. То есть я победил таким образом. Нет, это даже, знаете, это они сейчас решают даже вопрос не по тому методу тех чуваков, которые должны были друг друга камешек. А там две девушки были. И они, короче, спорили, кто дальше кинет камень. Так, в общем-то, напротив стены. Это получается, мы за этих двух кальянок как бы играем, по сути. Ой, блин, вот тут я всрал уже, ребята, видите? Слушай, а это интересно, кстати. Вот это интересно. Пока что 1-1, сейчас будет решающий мув. Ну, поехали. Так. Ну, в принципе, шансы на победу есть. Надо, смотрите, надо вот так вот где-то по центру. И не то чтобы очень сильно, вот так вот кинуть. И все. О-хо-хо-хо! Во, я нашел выигрышную тактику, ребят, как кидать надо. Победа! Отлично! Marbles мы тоже победили. Какая прелесть, какая красота, как же это все замечательно. Атака зомби! Любопытно. Ну, давайте поглядим. Так, бегаем, и значит что? Подождите, а стрелять-то на какую кнопку? Здесь даже... А, вот как, на них надо целиться. Все, я понял. Помните такой эпизод игры в кальмара, где надо было отстреливаться от зомби? Я тоже не помню. Я тоже не помню, но теперь он есть. Вообще, это, конечно, уже больше не игра в кальмара. Это больше старая игра Alien Shooter, если кто-то помнит. Была такая раньше. Ой, господи. Ой-ой-ой, мамочки. Вот это реально Alien Shooter, прям по концепции геймплея. Просто однозначно. Так, просто зажимаем кнопочку, значит, и... И убегаем. Убегаем от этих мудаков. Ты посмотри. Plants vs. Zombies отдыхают, понимаете? Plants vs. Zombies просто отдыхают. Потому что я-то точно не растение, я точно не овощ. Я тут бегаю капец как. Он похудеет скоро. Амонгасик скоро похудеет. Будет бегать Амонгасик с тощей жопой, ребята, если так дальше пойдет. Куда так заставлять? Так, волна 3 из 5, да? Ага, все. Уничтожаем. Вообще не паримся абсолютно. Даже не позволяем к нам подойти. А я уж думал, все. Думаю, что-то короткая волна какая-то по сравнению с прошлым. Там еще какой-то зомби, еще пердящий. Представляете, пердящий зомби. Вот это падла, видели эту газовую атаку? Или это что? Или может я в бочку попал тогда, я не знаю. Может я и в бочку попал, не знаю. Ну там что-то какое-то зеленое облако говна, оно так взорвалось, бомбануло и... Ну что, где? Пятая волна-то где? Блин, мне уже стрёмно, кто там идет? Доктор Зомбос? Я... Кто это? Это что за Каспер? Блин, привидение дружелюбное. Это кто? Не получилось, ребята. Не победил я здесь. Ну, зато мы можем расслабиться и посмотреть, как какая-то машинка раздавливает какие-то кирпичики. Здорово, весело, замечательно, а я просрал. Здорово, весело, замечательно, а я просрал, ребята. Вот что я могу сказать. Ну что, давайте я, может, тогда еще раз попробую. Сейчас мы еще раз попытаемся. Смотрите, мы можем что-то пробустить. Ну-ка, давай. Я могу типа, получить какую-то сверхспособность. Да, молоток. У меня есть молоток. Вот, я могу сюда нажать и использовать молоток. Я думаю, его надо будет использовать на последнюю волну, наверное, да? Так, ну, вон оттуда бегут. Стрелочка мне указывала, что оттуда бегут зомби. Правильно? Стрелочка меня надула. Так, все, волна, смотрите, заполняется. И всего совсем чуть-чуть этих ослов. Вообще не беда. О, побежали снизу теперь. Так, надо же еще за этими, за стрелочками тоже следить. Там снизу тоже набегают скоты такие. Ну, где? О, нашел. Так, давай там быстрее перезаряжайся. Ну-ка, сейчас в бочки попадай. А он в бочки вообще не стреляет, он только в них чисто напрямую. Понимаете? Вот такая вот беда. Блин, волна, кстати, что-то реально длительная достаточно. Достаточно длительной! Ой-ой-ой, все, отходим. Сильно близко не надо, нет. Обниматься с ними не нужно. Ребята, конечно, очень дружелюбные, любвеобильные, но ну, неохота как-то особо. Но особо как-то неохота с этими сволочами иметь дело. Так, поехали. Ага, вот такие дела. Вот так все супер, да? Я думаю, может, мы на монетки забьем, а то я с этими монетками и чувствую, что сдохну. Так. О, опять взорвался какой-то хер. Так, вот там вот наверху получается. Наверху сейчас побегут. Побежит сейчас наверху падла такая.
Вот это, ребята, игры в кальмары. Я прям это самое. Я прям что-то это. Хотелось бы продолжение игры в кальмара 2, да, сериал. И чтобы там вот такое вот было. Вот было бы интересно понаблюдать. Так. Ага. Хорошо. Слушайте, нормально они подыхают. Я даже... Я их даже толком не вижу. Но мой амонгасик, он автоматически как бы целится. Все. О, слышите звук? Идет чмошник. Так, я, наверное, буду держать на всякий случай прицел. Я не буду к нему сильно близко приближаться, мне кажется. Мы будем, наверное, это... Надо будет еще проверить, что топор делает. Ну, блин. Ну ты идешь... О! Оу! А что он такой? Быстрый-то, быстрый! Что такое? Как мне от него убегать? А я думал, таких куча целая будет. Я уже обсираться начал от ужаса тут. Так, подожди, молоток молотком, конечно. А, вот что делать молоток. Хорошая штука была бы, да, можно было бы использовать. Но я побоялся еще, думаю, мало ли, не попаду этим молотком. И будет обидно. Для того, чтобы открыть последнюю игру в кальмара, нам нужно еще 4, в общем-то, бриллианта. Предлагаю их заработать как? Ну, как заработать? Давайте мы поиграем в Red Light, Green Light поиграем. Попробуем выиграть что-нибудь. Hold to move. О. Лепишь меня. Не знаю, насколько правильно это произносит. О, как я! Смотрите, в какой я шикарной позе там просто завис. Вот это, я просто как художественный гимнаст. Смотрите, опять. Опа, такой красавчик. Так. Хва! Остановились. Ну я... Ой, да ну что такое-то, ну? Не, знаете, первым забежать туда очень сложно. Прям надо секунду в секунду все делать. Помаленьку всех отстреливают. Господи, как часто. Так. Да блин, я последний тут. Уже все пробежали. Да что так? О, нормально. Последние секунды, ребята. На последних секундах я справился. И мы получаем один бриллиантик. Стеклянный мост. Поехали. Хоба. Хоба, говорю. А, понятно, отлично. Ну, тогда логично, что... Так, я четвертым буду ходить, да? Эти пока сами решают, значит. Право-лево, право. Право-лево, право-право. Ой, как хорошо, смотрите. Право, лево, право, право, право. А ну давай, чувак, иди. Вот молодец. Вот это ты правильно. Перетягивание каната. Так, зарабатываем, зарабатываем кристаллики эти сраные. Давайте, нам уже осталось не так много. Tap to play. Поехали. Хоба. Оба, вот так вот, смотрите, 456-й просто. Просто как настоящий силач, Кличко, Емельяненко в одном флаконе. Хабиб, да, все на свете просто, он прям тянет за собой. И сейчас кто-то у нас подохнет, все, до свидания. Еее, ура, они умерли, какая радость. Мне нравится, как они радуются. Они прям так вообще, не стесняясь особо, радуются, что они угрохали в рамках этой игры кучу человек. Ну и давайте, я считаю, батл. Давайте еще батл попробуем, мне понравилось это дело. Тут, кстати говоря, можно, что-то можно. Гигант, ну-ка давай. Опа, о, ну супер. Господи, я думал, что я смогу походить в таком режиме. А я, оказывается, там один раз что-то пукнул от злости, и все, и до свидания. Гляньте, можно у него это сердце забрать. Здорово. Или почки, или мочевой пузырь, что он там собирает. Иди сюда, красавчик. Ой, молодец. Все, что ли? А, нет. А что-то он остановился. Так, я вроде нажимаю, он не идет. Так, я могу этим стать гигантом. Ну-ка, давай-ка, иди сюда. Гигант хочет с тобой пообщаться. До свидания. До свидания, я прогигантировал тебя немножко. Немножко, чуть-чуть тебя прогигантировал. Иди сюда. Хорош там это руками своими размахивать. Иди, давай. Иди, да, не стесняйся. А, конечно, да. Это поздно. Это уже поздно. Это только я так умею. Это только мне так можно, тебе так нельзя. Все, давай. Ну-ка, здрасте! Блин, я, честно говоря, он что его... Он что, его силой пука убил, что ли? Он жопой к нему был повернут, все равно умер. Ну, газанул, наверное, нормально так. Так, нам осталось еще, кстати, не так долго. Все. А, все, все, последний. Последний, ребята, вот мы это и сделали. И на этот раз у нас 11, 12 даже кристалликов. Ну что, открываем. Последнее испытание, значит, Race to Escape. Гонка, дабы выжить. Ну, давайте посмотрим, как это устроено. А, подождите. Так. А, тут надо рассчитывать.
Ну давай быстрее попробуем тут пробежать. Все, финиш! Финиш! Я первый! Вау! Вау! Я победил! Здорово! Я не ожидал, я не ожидал. Я думал, мы уже всрём, потому что я много тупил с непривычки, не понимаю, что здесь как. Все, победа, одна победа, смотрите. Одна победа есть. Мы везде сегодня по разику, наверное, победили. Единственное, что мы не затронули с вами, это... Ну, мы вот это не допрошли, потому что это не так мне интересно, если честно. Ну и давайте конфеты этого Дальгона, Дагона, как там его. Выбираем конфетную. О, смотрите, как мне везет. И, в общем-то, это тоже надо сегодня сделать, раз такое дело пошло. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Не портим конфетку. А нализывать можно? Нализывать можно, как в сериале? Можно нализывать, пожалуйста, эту конфетку? Так, давай-ка. Оп, отломали. Оп, отломали. Ну, это несложно. Это все легко достаточно. Вуаля! И еще одна очередная победа. Ну и новый скин я могу получить, но он мне, в принципе, не нужен. Вот такие, в общем, дела. Сегодня сыграли в каждую игру, там, хотя бы по чуть-чуть. По-моему, прикольная игрушка, мне нравится. Ну, конечно, понятно, что сильно долго в нее не поиграешь, с ума сойти можно. Но интересненько, забавненько так, на разочек 2-3. В общем, ставьте, пожалуйста, лайк, пишите комментарий, подписывайтесь, жмите колокольчик, если вам понравилось. И на этом мы заканчиваем. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.